Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Mercedes-Benz ML350 в красивом черном цвете. Бензиновый двигатель объемом 3 литра, 249 лошадиных сил, АКПП, полный привод, красивые оригинальные литые диски на хорошей летней резине с пробегом 173 тысячи километров по салону. Чистый кожаный ухоженный салон, не прокуренный. Раздельный климат-контроль, кондиционер, помощь спуска с горы, мультимедиа, мультируль, круиз-контроль, подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал. Автомобиль в хорошем состоянии.